Ребят, всем привет! Продолжаем рубрику ответов на вопросы подписчиков. И следующий вопрос от Артура. Где тренироваться? Так, предыдущий у нас, напомню, был про ракетку. Я буду уже на это дело курс держать. Если что, я в любом случае буду обращаться к тебе, потому что мне в этом вопросе конкретно мне не с кем проконсультироваться, кроме тебя, грубо говоря. Это относительно ракетки было. И сейчас будет вопрос про тренировки, про место в Калуге, где тренироваться. Вот. Так, что я еще хотел спросить? Хотел у тебя спросить, смотри, а вот по поводу вот клуба, вот этого вот Тайфун, у вас там как? Вот, ну, мне как бы для себя, там, вот для человека вот узнать, у вас вообще там, грубо говоря, как собираются люди, играют там какие-то турниры? Вот, с роботом видео я смотрел, там тренажер, еще что-то есть. А вот, ну, там как занятия какие-то там с тренером, еще что-то. Вот у меня тоже спрашивают ребят некоторые, ну, вот, ну, актуально это, интересно. Как вообще это, ну, примерно там ценник какой, еще как-то вот, ну, как вот это дело вот узнать можно будет. Вот, а по ракеткам я понял тебя прекрасно, все, значит, примерно где-то, ну, если, ну, про подарок я еще подумаю, как, что мне сделать, а вот, ну, именно для себя я примерно курс держу, ты сказал, где-то, ну, там, 10 плюс, там, ну, примерно плюс-минус, там, такой вот ценник. Ну, вот, ну, я еще в любом случае ближе к делу, когда, если буду брать, там, к тебе позвоню, вот, ты мне только номер свой, пожалуйста, скинь, я тогда, ты меня проконсультируешь еще получше уже, там, по поводу накладок, еще что-то. Ну вот. Просто выборы огромные. Ну, готовую, я так понял, хотя бы уже для себя, что это нет смысла. Потому что это все так вот, как ты и сказал, на даче поиграть под шашлычок. Грубо говоря, если как-то заниматься, часто ходить, грубо говоря, играть, это уже другой вариант. Надо рассматривать. Так, ну вот такой был вопрос. Вопрос выбора ракетки мы рассмотрели в предыдущем посте. Я полностью исчерпывающе рассказал этот процесс, как происходит. Сейчас мы обсудим именно, как тренироваться. Вот смотрите, что я записал, конспект ответа. Что из себя представляет игра с роботом в Тайфуне? Цена, условия, как начать? Игра с напарниками по договоренности? Индивидуальные тренировки для взрослых с тренером? И групповые тренировки для взрослых с тренером? И для всего этого цена, условия, где можно посмотреть, как записаться. Смотрите, робот лежит вот в той комнате дальней. Вот в той комнате лежит робот. И обычно, когда я прихожу сам на тренировки, я это делаю, когда дочку на танцы вожу, я из этой комнаты беру робота, несу его вот в эту комнату, и там очень удобные условия. Более того, в этой комнате есть условия не только для игры с роботом. Давайте сейчас пробежимся, я вам покажу примерно, где это, как происходит. Вот в таких комнатах можно тренироваться. Сейчас зайду в ту комнату. Вот эта комната. Вот там, например, стоят доски. Вот то, что я указывал, это были именно доски для отработки накатов. Тут громко. Сейчас я вам чисто покажу. Вот в этом помещении хранится робот. Так, короче, про робот сказал. Но смотрите, у нас было интервью с Евгением Хазиковым, который на вахте сидел. Он там достаточно четко упоминал, что игра с роботом — это не совсем для новичков. Вы должны сначала потренироваться с напарником и с тренером до того, как вы непосредственно начнете самостоятельную игру. Я это могу себе уже позволить, потому что у меня разряд выше, чем КМС. Ну, КМС и выше. Поэтому я могу составить себе индивидуальный план тренировок. То есть, допустим, у меня стол стоит, я его ставлю на левую диагональ. И я самостоятельно могу, например, чередовать лево-лево, право-право, передвигаться. То есть я могу в голове себе составить план тренировок и по ему идти. Не считаю, что это возможно для игроков там ниже второго взрослого разряда. То есть до того, как вы будете играть с роботом, вам нужен именно человек, который будет вести вас по программе индивидуальной. С роботом разобрались. Цена его там вроде 300 рублей в час. Ну, помимо денег за зал.
Так, зал у нас, по-моему, в будни стоит 150, и участие в турнирах 300. Вот я сейчас участвую в турнире воскресенском, где взнос 300 рублей. Тут очень хорошие условия для турниров, поэтому... Вот, да, кстати, турниры. 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 Меня вызвали. Продолжим видео после моей игры. Фух. С Володей Барановым играл, загонял. Какую-то он новую технику использует. Левая рука, правая рука меняет. Ладно, продолжаем. Короче, у нас вопрос, как играть в Тайфуне. С роботом обсудили, с напарником подговоренности, индивидуальной тренировки и групповой тренировки. Сейчас мы спустимся вниз на ресепшн и спросим людей, кто здесь постоянно в зале. Это именно Женя Хазиков и Паша Семешин. Относительно того, как здесь можно потренироваться. Погнали! Друзья, Олег, я иду. Прямой эфир. Женька, сможешь? Да, дорогой, я здесь. Так, вот это как бы главный тренер здесь, старший Евгений, да, Хазиков. Да. Смотри, в общем, вопросы от подписчиков. Первый. А когда можно играть на турнирах? В какие дни? Сколько это стоит? На турнирах можно играть в понедельник, среда, пятница, с 19:00, в воскресенье, в 12:00 начало. Приходить нужно минимум за 15 минут для проведения регистрации. Стоимость турнира 250 рублей в будние дни, 300 рублей в воскресенье. Девушкам и пенсионерам у нас скидки, соответственно, на 50 рублей дешевле. Так, это турниры, что с собой иметь? Ракетку. Желание играть, ракетку, если своя, но опять же, можем предоставить. Вот. Смена обувь, шорты, футболка не белого цвета. В принципе, все. Так, все, на этот вопрос ответил. Первый был вопрос про турниры. Второй вопрос. А здесь могут играть люди по записи друг с другом по договоренности? Ну, конечно, есть аренда. Также по номеру телефона 8-900-171-0077. Здесь где-нибудь есть это объявление? Так, смотрите, вот клуб, вот этот номер надо звонить, соответственно, Евгений также может проконсультировать, здесь чисто объявление про детскую секцию, но мы сейчас как бы про взрослые говорим. Так, в будни сколько стоит стол в час? В будние дни до 6 часов 100 рублей с человека за час, в будние дни после 6 часов, выходные, праздники 150 рублей с человека за час. Угу. Так, подскажи, вот люди не могут понять, где найти себе напарника. Вот я это представляю так, что люди приходят на турниры, знакомятся друг с другом и там находят, ну, компаньона. Абсолютно верно. Вот, смотрите, так, ребят. Как правило, и происходит. То есть люди либо приходят в клуб друг с другом, играют, ну, то есть просто как мы с тобой, да, давно знакомы и просто берем арену слова, играем. Либо же, если прям совсем не с кем, то приходят на турниры, там между собой знакомятся, а уже потом продолжают играть. Ребят, заметьте акцент, что если у вас есть давний друг, которого вы не можете выпинуть из дома, то, пожалуйста, как бы на это не ориентируйтесь. То есть приходите сюда, лучше тактика здесь найти компаньона не из друзей, чем нежели тащить друга, который там прочно где-то к дивану прилип и не хочет отлипать. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Это по тренировкам, индивидуальные тренировки с тренером, спарринг. Кто в Тайфуне может это сделать? У тебя еще есть свободные слоты? Да, да. Ну, вот. Можно позвонить по номеру клуба, вот, который мы только что называли. Вот, уже там непосредственно договориться о времени, о дне, потому что здесь все индивидуально. Как правило, люди звонят, называют день, прежде всего, да, или число, время, в которое они хотят. Ну, естественно, если есть свободные столы и свободные тренеры, то уже договариваемся более детально. Сколько стоит час? Так, час игры, опять же, в зависимости от того, с утра мы играем в будний день, выходной или праздник, то есть в среднем там 700 или 750 рублей. Это касается первой диагностической тренировки? Или она может быть дешевле или бесплатной, или столько же? Это абсолютно так же. Абсолютно так же. Тренер, да, все равно приходит. Это время тренера. Все равно есть, да, поэтому, естественно, это уже с арены слова, с мячами. Все, я понял. И последний вопрос касается групповых тренировок для взрослых. В какие дни недели они есть? Так,
Ну, групповые тренировки у нас по четвергам в 19:30. Туда, соответственно, тоже нужна предварительная запись, потому что номеру телефона. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы понимали, какое количество столов оставлять для групповой тренировки и не отдавать, собственно, его в аренду. Угу. Где люди могут... О, это Паша Иванов. 3-0. Ведущий игрок и администратор клуба. Не ведущий. Вот там ведущий. Вот так. Да, я понял. Ведущий еще вот Паша Семешин. Так, какая процедура записи на групповую индивидуальную тренировку? По номеру звоним. Есть ли какие-то ресурсы в интернете, Инстаграм, Телеграм, где можно отслеживать жизнь клуба, присоединиться, как бы посмотреть, чем живет клуб, и в какой-то момент принять решение о приходе? Да, можно по сайту пинг-понг. Пинг-понг 40. 40, да, .ру, либо нашей группе ВКонтакте. Группа ВКонтакте есть, Телеграм, наверное, есть. Я вот свой блог веду в Телеграме, в Инстаграме, да, угу. Ребят, настольный теннис Калуга в Телеграме можно вести, настольный теннис Калуга можно вести в Инстаграме и тоже, в принципе, да и поисковая выдача в Гугле тоже настольный теннис Калуга будет первый угу. Ссылка. Ребят, я оставлю ссылки на группы Тайфуна, где кипит жизнь, под этим видео. Если какие-то будут вопросы, можете спрашивать в комментариях к этому видео, можете ставить лайки, подписки, если информация, сказанная мной, была актуальна. Ну и, естественно, можете звонить мне для диагностической тренировки или напрямую Евгению, если хотите уже заниматься. Жень, все, спасибо. О, меня вызвали. Продолжим после перерыва игры. Фух. Ребят, поздравьте меня с очередной победой и выходом в полуфинал турнира «Тайфун». Так, мы остановились на том, что мы рассмотрели, как выбирать ракетку. Мы разобрали, что из себя представляет спортивный зал «Тайфун». Я познакомил вас с его представителями. Это Евгением Хазиковым, Павлом Ивановым и Павлом Семешиным, который играл в «Серой майке». Ну, он сейчас где-то здесь находится. Итак, если вы хотите начать играть, подобрать ракетку, можете обращаться ко мне. Сотовые вы мой знаете. Знаете, где я ВКонтакте, в Телеграме. Можете спрашивать у меня. Еще в этом видео я оставлю ссылки на спортивный клуб «Тайфун», чтобы вы могли влиться в группы, в чат и следить за новостями, найти себе партнера, не дожидаясь, пока кто-то из ваших друзей отлипнет наконец-таки от дивана. Вот, если это видео вам было полезно и информативно, я буду благодарен вам за поддержку в виде лайков, подписки, комментариев, вопросов и распространения информации о моем канале.